Более 300 миллионов рублей – масштабная стройка и подключение к отопительным системам. В Ленске ведется строительство долгожданного социального объекта – клиники матери и ребенка. До запуска медучреждения остается 4 месяца. На каком этапе стройка и какие работы еще предстоят, расскажет Олеся Васева. За этим неказистым забором важная стройка и долгожданный социальный объект – клиника матери и ребенка. За летние месяцы она приобрела почти законченный вид. Согласно контракту, она будет сдана в эксплуатацию к концу текущего года. А пока в разгаре черновые работы по внутренней отделке. Бригады шпатлюют стены, проводят электричество, монтируют вытяжки. Снаружи готовятся площадки под благоустройство. Клиника будет встречать посетителей современным внешним видом. Каким он будет, видно уже сегодня. И само учреждение, и первая очередь жилых домов рядом блистают готовыми фасадами. А на учреждении даже появилась вывеска. Сумма контракта составила 303 миллиона 670 тысяч. Эти средства предусмотрены в бюджете района, и надо сказать, что полностью финансируется объект за счет муниципального образования Ленский район. Строить клинику начали еще в 2013 году, но работы периодически останавливали. Требовалось время на решение сопутствующих проблем. Например, на получение квот с республики для привлечения иностранной рабочей силы. Но больше вопросов вызывало подключение комплексного объекта к тепловодоснабжению. Объект огромный, вы сами видите, это 4 9-этажных здания, плюс наша детская поликлиника, женская консультация. Необходимо вносить изменения вообще в отопительную систему всего микрорайона. Объект должен быть современным не только снаружи, но и внутри. К открытию учреждения на средства республиканского бюджета будет закуплено новое современное оборудование для качественного медицинского обслуживания детей и женщин. Олеся Васева, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».